Всем привет, с вами Заваку, и всем доброе утро. Видео не было 7 месяцев, да. Ну, я подумал, стоит наверстать упущенное и сделать несколько видео и снова пропасть на полгода. Ладно, шучу. А это видео будет батлом танка Мамонта и тяжелой артиллерии. Я думаю, эти юниты очень схожи. Ну ладно, приступим. Раунд 1. 1 на 1. Стоит учесть дальность артиллерии, так будет справедливый. Итак, что мы видим? А мы видим, что танк Мамонт выиграл. Итак, счет 1-0 в пользу Мамонта. Раунд номер 2. Статистика. Все познается в сравнении, и игра тому не исключение. Итак, посмотрим, что мы видим. У Мамонта больше хп, больше урана, но он проигрывает в дальности, а скорость у них одинакова. Ну, тут даже ежу понятно, что Мамонт ведет со счетом 2-0. Раунд 3. Цена. Я думаю, что стоит включить цену заводов и улучшений, чтобы было справедливее оценивать цену. Посчитаем цену тяжелой артиллерии. Получим 8100 долларов. Далее посчитаем цену танка Мамонта. Получаем, что вся стоимость танка Мамонта составляет 7600 долларов. Это на 500 долларов дешевле, чем тяжелая артиллерия. Итак, мы получили то, что танк Мамонт выиграл тяжелую артиллерию со счетом 3-0. Надеюсь, вам понравились подобные батлы. Если да, то поставьте свой лайк. Всем удачи, всем пока.